Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня среда, 9 августа по новому стилю или 27 июля по старому, день постный. И сегодня память. Великомученика и целителя Пантелеимона, пострадавшего в 305 году, преподобной Анфисы Мантинейской, игумени 8 века и 90 сестер ее, болгарских святых 9-го начала 10 века, равноапостольных Климента, архиепископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда, епископа и Ангеляра, блаженного Николая Качанова, Христа ради Юродиева, новгородского святого 14 века, святителя Иоасафа, митрополита Московского и всей России 16 столетия, преподобного Германа Аляскинского, подвижника 18-го, первой половины 19 веков, священномучеников первой половины 20 века, Амвросия Гудко, епископа Сарапульского, Платона Горных, Иоанна Соловьева и Пантелеимона Богоявленского, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем одного из просветителей Русской Америки. Преподобный Герман Аляскинский происходил из крестьян Шацкой провинции Воронежской губернии. Мирское имя святого Егор Иванович Попов и дата рождения 1751 год были найдены лишь в 2003 году в документах Центрального исторического архива. В 1768 году на Егора Попова пал жребий рекрута, но Егор решил уклониться от воинской службы и удалился в Саровский монастырь, где его нашли и забрали в армию. Так как Егор был обучен грамоте, то его определили на должность подканцеляриста Кадамского воеводства. В 1778 году воеводство было упразднено, а его служителям, которые не желали продолжать военную службу, разрешили уйти в монастырь. Егор Попов поступил послушником в Саровскую обитель. В этом же году туда поступил Прохор Машнин, будущий преподобный Серафим Саровский. В 1782 году послушник Егор Попов сопроводил своего духовника, иеромонаха Назария, при его переезде в Санкт-Петербургскую епархию. В марте того же года отец Назарий был назначен строителем Валаамского монастыря. Здесь 22 октября 1782 года он постриг послушника Егора в монахи с именем Герман. После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий благословил молодого подвижника на постоянное жительство в лесу в пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный нес клиросное послушание. И вот в 1793 году, в возрасте более 40 лет, Господь призвал смиренного инока на апостольское служение. И отец Герман выразил добровольное желание войти в состав первой православной миссии, которая отправлялась на Аляску. В 1793 году была создана духовная миссия, получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иоасаф Болотов, инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников миссии было еще 5 иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и плодотворнее, чем кому-либо другому из членов миссии. По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись постройкой храма и обращением язычников. 1794 года, сентября с 24-го, живу на острове Кадьяке. Слава Богу, более 700 американцев перекрестил, да более 2000 браков обвенчал, состроили церковь, а время позволит, сделаем другую, да походные две, а то и пятую нужно сделать, замечает в одном из писем архимандрит Иоасаф. Отец Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами миссии.
Под руководством архимандрита Иосафа миссия находилась недолго. Во время бури в 1799 году тогда уже епископ Иосаф со своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Александра Невской лавры Гедеон. Он на некоторое время возглавил миссию. Его заботами была устроена школа для детей крещенных алеутов. В 1807 году иеромонах Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив всю ответственность на преподобного Германа, который до самой кончины своей оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в доверенной ему миссии. Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести в архимандрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом. Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы новообращенные отвергли веру пришельцев, которые стали все чаще выступать в роли эксплуататоров и угнетателей, и вернулись бы к своим суевериям. В том, что это не произошло, великая заслуга преподобного Германа. Непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание, сущность которого он выразил удивительно простыми словами. «Я нижайший слуга здешних народов и нянька». Тайные подвиги и келейные молитвы старца оставались неведомыми миру, но виден был окружавшим его свет благодатной жизни, проходивший в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Отец Герман жил сначала возле храма миссии на Кадьяке, а после переселился на близлежащий остров Еловый, который назвал Новым Валаамом. Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как его похоронить. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед иконами свечи и почитать деяния святых апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. В 1930-х годах другой русский православный монах, архимандрит Герасим Шмальц, прибыл на остров Еловый и долго жил там, как преподобный Герман, за 100 с лишним лет до него. Перед своей кончиной в 1969 году архимандрит Герасим открыл останки своего славного предшественника и построил здесь небольшую часовню. Преподобнее отче Германе, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители!